Когда пьешь, разве еще это понимаешь? Уже не новичок. На больничную койку краевого наркодиспансера мужчина попадает не первый раз. И вновь медики достают жертву некачественного алкоголя практически с того света. Самогонку. Самогонку? Но. Где-то покупали? Да каждый второй гонит. И тут как раз сын приехал. Я его говорю, давай вези меня сюда, в эту, иначе там сдохну. Палаты интенсивной терапии. Медики лечат алкогольные психозы, отравления, запои. Отделение неотложной помощи рассчитано на 65 коек. Многие попадают сюда после употребления некачественного алкоголя. Косметические лосьоны, это какие-то тоники, вот, то есть аптечная продукция, которая для наружного использования. Все тоники имеют в составе этиловый спирт, да, но, как правило, это не сильно некачественный этиловый спирт, то есть определенные фракции, которые при попадании в организм вызывают опасное состояние. Но покупатели, как правило, малого достатка рискуют своим здоровьем и покупают дешевые лосьоны и даже духи, поясняют медики. Не так давно обычные горожане забили тревогу, обратились к депутатам с просьбой разобраться, почему некоторые торговые сети в Рубцовске продают косметические лосьоны с высоким содержанием спирта, но при этом по низкой цене. Ко мне поступило обращение в связи с лосьоном «Чистый люкс», на котором указано, что в нем содержится до 95% этилового спирта. 99 мл по цене 33 рубля. Народные избранники обратились в Роспотребнадзор. Там пояснили, что, скорее всего, в данной продукции есть нарушения. Продукция, содержащая спирт, тем более в данном проценте, должна как минимум стоить не менее 60 рублей в среднем по рынку. Мы, в свою очередь, также направляем запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить лосьон. Стоит лишь добавить, что отравиться можно любым алкоголем. Качественным и некачественным. Главное, во всем должна быть мера. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.